хочу. Что вызов нету. Так, звоню-ка нашим. Так, алло, здравствуйте, скорая помощь. Это ДПС. Ага, да. Служба ДПС. У нас на дороге М7 случилась авария. Трое пострадавших, два автомобиля. Авария. Вот. Приезжайте скорее. Хорошо. Садимся. Они мы рядом. Да, давайте все рядом. Садимся. Все садимся. Да, садимся. До свидания. До свидания. Все быстрее едем. Так, включаем поисковые маячки. То есть мигалку включаем. Все быстрее едем. Опа, вот я вижу. О, я слышу уже сирену какую-то. Да-да-да-да, сюда. Осторожно, тормозите. Так, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Мы служба ДПС. Мы обнаружили, что здесь был подан какой-то сос-сигнал. И здесь какая-то произошла авария. Вот, ну, два походу, пострадавших. Здесь очень серьезная ситуация. Их выкинуло очень сильно с машины, и они себе... Ну да, я тоже так думаю, что здесь очень такая операция, все в крови они, походу, еще. Ё-моё. Откуда здесь третий, интересно только. Ладно. Наверное, а скорее где всего, третий? Здесь... Да, ну вот здесь вот третий. Вот сейчас прямо рядом с ним. Ну вот же, вот он. Он, походу, кто-то сидел вот рядом. Вот здесь еще обнаружено убитое разбитое стекло на заднем сиденье. Да блин. И походу он тоже вылетел. Эх, водитель синего автомобиля. Вот, я думаю, выживет ли он или нет. Вот водитель серой машины. Слушайте, думаю, а вы можете посмотреть камеру? Камеру? Да, камеру автомобиля, как они влезли. Ну, только, наверное, на синий есть автомобиль. На синего автомобиля, не знаю. Синий автомобиль, он выглядит... Старый серый. Он выглядит... То, что он протюненный очень, защищенный. Каркас есть у серого автомобиля, поэтому точно выживет наверняка человек. Сейчас, подождите, у нас, по-моему, видео есть. Вот, смотрите. Откуда у вас видео? Не знаю, нам сказали, что мы вам показали. Смотрите. Тут, короче, ехали. И серая машина просто спокойно ехала, и на него налетает просто синяя машина. Это дрон какой-то, что ли, снимал все это? Не знаю, это... Дрон какой-то? Судя по всему, это ваш ДПС-дрон. Нет, мы не снимали это. Это какой-то просто человек снимал, ну, летал, наверное, здесь. Над дорогой. Над дорогой, кстати, очень опасно летать на дроне. Да. Так, сейчас мы немножко подъедем. Слушай, а сейчас документ... Ты вылезаешь, сейчас документы заберу. Окей. Так, я пока что посмотрю, что здесь. Ой-ой. А в другой машине. Ой-ой, как они врезались. Так, ты пока что там делаешь сейчас. Это как будто смертельно уже авария.
Но я точно, наверное, не могу сказать, но вот водитель синего автомобиля, это, наверное, смертельно. А, всё, это я весь этот случай заснял, записал. Ну, можно, это будет уже на всех показывать, хотя да, страшно такое показывать. Страшно. Так, я пока что посмотрю, что здесь. Ой-ой, а в другой машине. Ой-ой, как они врезались. Ой, а чё я залез в ДПС? И в эту ДПС зачем я залез? О. Так, ты пока что там делай, я сейчас. Это как будто смертельно уже авария. Но я точно, наверное, не могу сказать, но вот водитель синего автомобиля, это, наверное, точно смертельная авария. Все, мы попробуем его потащить. Давайте тащим, тащим. Да, вот так вот. Сейчас мы заберем пациентов и все, и мы поедем. Хорошо. Ну что, мы уже положили этих пациентов. Ну все, давайте. До свидания. До свидания. Вот такая вот у нас авария произошла. Да, да. А чё ж они третьего-то оставили? Стоп. Стоп, а где третий? Вот же третий. Вот он. Ой. Это пассажир какого-то автомобиля. Не знаю, откуда он. Даже на дроне его не было видно. Не знаю. Сейчас мы заберем его. Даже не было бы. Ну что, садимся? Да, садимся, сейчас я сяду. Кто бы не... А другой, где другой? Ладно. Ладно, садимся. Садимся. Поехали. Вот такая, ребята, у нас страшная авария. Эх, ребята, берегите, пожалуйста, себя и своих близких. Никогда не попадайте в такие аварии. Потому что придется что-то там... Мы сейчас едем в больницу этих людей лечить. Потому что они должны выжить. Поэтому, пожалуйста, ребята, если вы едете даже на такси, садитесь на заднее сиденье. Но, пожалуйста, садитесь на заднее сиденье, когда вы едете в такси. Потому что один человек сел на переднее сиденье, и он как-то выжил, но все равно, ребята, я вас предупреждаю, берегите себя и своих близких. Надеюсь, такого не будет повторяться. Всем пока. Всем пока. Все.